Now it's final heat, 50 meters up near man. So look at that, all strong sportsmen. Spectators just going crazy. Imagine, look. So let's wait for the official results, but perhaps it's Korea, Russia and Colombia. Our congratulations. Поздравляем чемпиона первенства мира на дистанции 50 метров ныряния, плавание в ластах Джун Юн Хана из Кореи. И атлета из Колумбии с бронзовой медалью. И, конечно же, мы поздравляем с серебром Кирилла Васильева, воспитанника Томской школы подводного спорта.